Всем доброе утро. Я приготовила нам с Даяной завтрак. Скажи всем доброе утро. Даяна, скажи. Всем доброе утро. В телефоне залипает. Кроватки. Ты хочешь такую кровать? Так у тебя есть красивая кровать. Ну я хочу такие. С этой еще. Я не знаю. Одну кровать. Одну. Я не знаю, я поищу, посмотрю с Эльзой, вряд ли, но потом поищем, хорошо? Да. Так, у нас сегодня на завтрак омлет, бутерброды, огурец. Пришло время чистить шкурку от огурцов, потому что зубы все уже. Йогурт у Даяшки, тоже омлетик, хлеб. И будем доедать шоколадку. Посмотри, какой там йогурт. Клубничный там йогурт. Так, и я уже поставила себе посмотреть комедию. Девушки бывают разные. Мы что? Буду кушать, смотреть. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. На тебя напал монстр. Иди сюда, скорее помогу тебе. Иди сюда. Мы вчера заходили в магазин, купили. Да подожди, я покажу девчонкам такие штуки. Мелани. А мелани вообще... Какого цвета? Зеленый. А да, у тебя красный. Да, весь красный. Но у нее порвался. Но у тебя тоже скоро порвется. Но когда я заходила в ванну, мне показалось, что он рвется. Да, наверное. Вот, сейчас. Сейчас пошли в комнату. Так, сейчас, так, я сейчас переоденусь, и тогда вот, вам показаться смогу. Да. Это я тут в пижаме еще конец, до сих пор хожу. Конец ему! Конец ему, конец. Так, я хочу свою новую юбочку одеть. Как бы бирку не забыть снять. Так, ты, мадам. Ну вот ей нравится мой шкаф. Да, а мой не лайк. Пошли, в твой зайдем, посмотрим. Мой не нравится. Ну залазь. Ой, какой там беспорядок. Дети валяются. Она мне все испортила давно. Кто заходил? Милана. Куда она заходила? В твою комнату заходила? Смотри, заходила в мою комнатку еще под твар. Вот это, конечно, мне не нравится. Да, конечно, это немножко прибрать. Надо убирать. Мы решили не сидеть дома, поэтому я уже собралась. Сейчас соберу Даяну. Пойдем погуляем, потому что сейчас у нас сколько? 8, 9, 10, 11, ну, 2,5 часа. Да, надо успеть погулять, потому что в 12 уже спать ложится. Я уже жду, не дождусь, когда она перестанет этот дневной сон спать. Даяна, одевайся давай. Потому что какой-то день мы можем пропустить, но он все равно ей реально необходим еще. А мне он очень мешает, потому что, получается, ты должен успеть с утра немножко погулять часть, прийти домой поспать этих 2,5 часа. Потом, пока ты поспишь, пока оденешься, поешь, уже 3 часа проходит. И, получается, с 3 до 8:30 тебе надо опять успеть немножко погулять, потому что... К 9 и уже я, ну, вижу, что организм требует сон. Мы, конечно, вчера вот да, почти до 10:30 гуляли, но я заметила, что она уже такая, знаете, была немножко нервозная, что ли. Поэтому каждый день так нельзя. Надо стараться это, соблюдать режим. Покажи. Встань. Встань, не валяйся. Вот, на. Ну, а что не работает? Вот. Скажи, мама, наконец-то батарея. Нет, вот так смотри. Вот так, вот тут песенки. Какая твоя любимая? Нет. Нет? Я хочу спеть мелодию. Ну, давай, спой. Только не снимай меня. Нельзя? Даже чуть-чуть? А потом подписчики посмотрят. Нет? Ну, хорошо, ладно, не будут это снимать. Иногда уже говорит, не надо снимать меня. Так, сейчас я ей так носочки. И все, туда буду выходить.
Одна не хочет, чтобы ее снимали. Не знаю, почему Милана не хочет, но вот просто не хочет она и все. Потому что кто-то из знакомых может ее увидеть. Короче, подростки. Если бы я начала немножко раньше вести канал, когда Милане было лет, наверное, 7-8. Честно, я тогда уже хотела. Мы как-то в YouTube выкладывали видео, где Милана маленькая. Она на камеру говорила, она не стеснялась. А потом вот какой-то момент она подросла и все, говорит, не фоткай меня, не снимай. Фотографии у нее, последняя наша совместная, наверное, фотка была в 10 лет. После 10 лет у нас буквально пару фотографий, потому что мама, она говорит, я не люблю, когда меня фотографируют. Где там была игла, колечки? Не знаю, надо купить. Даяна тут придумала самодельную игру. Взяла от конфет, ой, от конфет, да, от сосулек, короче, вкладыш, там торчали такие штучки, я набрала резинки для волос и кидала в нее, такая, знаете, когда кольца кидаешь на палку, вот я такую игру хочу, короче, надеюсь, все понятно объяснила, нигде я пока не видела. Кого? Да. Все, давай, раздевайся, переодевайся и пойдем гулять. Бедный дракончик. Танцы, танцы. А, ладно, все, мы пошли. Смотрите, какую красоту я ей сделала. Ну как? Мам, у меня, конечно, руки... Это лава, это лава. Лава. У меня, конечно, руки с другого места растут в плане причесок, но тоже симпатичненько. Я думаю, полчасика хотя бы продержится. На самокате вышли. Надо я решила идти пешком гулять. Зеленые, это тоже лава. Дороги у нас, конечно, зеленые, трэш. Это тоже лава. Зеленая это лава. Да. Короче, никуда зеленые, нельзя наступать. Везде лава. Идем сейчас в песочницу. Ой, красиво как. Жалко, через кусты особо не видно. Спасибо. И мне. Артему. А он завянет уже, высохнет. Артема мы сегодня не увидим. Почему? Ну, потому что. Другой день. Давай, гонщица. Классный самокат. Он, правда, до 15 килограмм. Даяна уже 17. Но он еще выдерживает. Он делается на двухколесный и на трехколесный. И мне нравится, знаете, что ручка поворачивает вот так, а не напряжением, как на многих самокатах такого плана. Малыш плачет, да. Ты тоже, малышка, иногда плакала. Ладно, ты еще. А что? Что с тобой? Ай, ну подожди. Нравится вам смотреть, как мы гуляем? Скажите, пожалуйста. Ой, все желтое, вы ж посмотрите. Красота, на окне желтая. Там домик еще стоит. Классный. Так вроде ходишь, да? Не замечаешь какие-то мелочи красивые? Так. Но кто-то там есть уже? Мне кажется, вряд ли, потому что время... Сколько у нас время? У меня сломался. 8. Блин, что мне показывает? Мам, совсем не новый. 8:40. Не, никого. Новый? Новый? Потом сорву, иди смотри. В площадке новые игрушки вроде как лежат. Посмотрим, что там. Смотрите, сколько тут игрушек. Ух ты! Обалдеть! Какой блок? Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Да, она уже тут все почти собрала. Монстр. Обалдеть, первый раз вижу столько всего. Свинка Пеппа. Щенячий патруль. Вы посмотрите. Блин, классные такие. Черепашки-ниндзя. Я в детстве смотрела этот мультик. Класс. Ой. Да. В этот раз игрушек. Так игрушек. Не, не видела. Ух ты! Посмотрите! Это же
С фиксиков, да? Да. Из да, иди сюда. Фиксики. Мам, а я какой-то крокодил унесла. Смотри, какой классный крокодил. Ну иди сюда, а. Все высыпала. Это тоже мультик. Мам, смотри, ух ты, сколько нет, свинок, мам, Пеп. Смотри. Еще щенячий патруль. Ну. Да, прикольно. Но я думаю, на пару дней и все разнесут. Блин, как прикольно. Много одинаковых игрушек. Давай его возьмем. Нет, нельзя брать с площадки. Смотрите, какой. Да. Ой, это тоже с мультика. Прикольно. Еще свинки Пеп. О, мам, а ты это не видела? Не, такого не видела. Да, там еще щенячий патруль. Миньоны. О, Марио. Пум. Да, конечно. Обалдеть, вы смотрите, сколько щенячьего патруля. Дай посмотреть. У него там на батарейках что-то. На батарейках? Ух ты. Класс. Прикольно. Прикольно. Ой, смотрите, какие красивые. Это Kinder Surprise. Мне чуть на голову не прилетело. Что-то голос пропадает. Да, конечно. Супер. В этот раз прям очень классно все. Все собираешь? Да. Что это такое? На. Ну что, 2-3 дня. Этого всего не будет, наверное, да? Да. Почти. Мы тут зашли в магазинчик с БУ товаром. Хочу посмотреть что-нибудь из тряпок. Она и тут танцует. Зашли в магазин. Надо мелочевку всякую прикупить. Зашли в магазин еще за продуктами. Ты дома опять мышь повесилась, да? Удобно тебе? Еле-еле все это дотащили. У меня порвался пакет с бутылками. Короче, все начало падать. Пакеты тяжелые. Да, я на чем-то помогала, но все тяжелое и особо не осилить. Так, что купили? Тортик медовый, очень любим. Мясо. Блин, сейчас так приходится экономить на продуктах. Покупаю самые-самые дешевые. Короче, фарш. Ужасно это все. Ужас. Так, мороженое. Еще мороженое, сыр, сметана, так, лаваши, это мы сейчас будем делать, пиццу, так, колбаса, мятная шоколадка, я обожаю мятные шоколадки, вот посмотрим, как это будет, так, и картошка фри, дальше. Творожные сырки с мармеладом, черника, невкусная, кстати, кислая, короче, так себе. Так, йогурт один она уже утащила, и вот такие сырки, сейчас скидка, поэтому взяли сразу много. Так, сейчас покажу, что я, так, немножко подвину, покажу, что из косметики взяли. Мицеллярка. Только ей могу смыть водостойкую тушь. Не получается пока найти другую. Сколько я пробовала, ничего не помогает. Так, вот такой дезик самый обычный. Мне нравится, как он пахнет. Тоник буду пробовать. До этого у меня был какой-то синий. Но мне он не очень нравился. Вот хочу попробовать вот этот. Раньше я брала дорогой, но мне сказали, что можно брать такой дешевый. Он такой же самый, как и дорогой. Ну, посмотрим. Так. Да, я нам взяла пенку для ванны вот такую. Так, я себе решила для бровей попробовать такую штучку. Посмотрим,
как будет. Так, сейчас открою, покажу вам. Вот такого плана я уже раньше покупала, но у меня были черные. Хочу немножко посветлей и как раз купила коричневую краску для бровей. Так что буду пробовать. Тут еще в комплекте идет кисточка такая. Ну, посмотрим. Сейчас скидки были хорошие, поэтому решила взять. Так, и все, там уже всякие женские штучки. Ну и купила, смотрите, какую пижаму домашнюю за 2 евро всего. Были в БУ магазинчике. Вот такие штанишки обычные, такие легкие, вообще классные очень. И рубашку. Такая вот, короче, обычная. Буду по дому бегать. За 2 евро, почему бы и нет. Сейчас постираю, будет как новенькая. Так что все, я сейчас буду убирать это все и будем готовить пиццу. Обед наш готов. Такие вот пиццы у девчонок будет. У Даяны с фаршем, у Миланы с колбасой. А я люблю колбасу. Буду есть макароны с мясом и огурец. Все, будем обедать. Всем приятного аппетита. Под мультик. Очень приятно.